Итак, дорогие друзья, всем здравствуйте. У нас сегодня будет супер мощный батл. Эй, привет, что там пьешь? Я не пью, я просто показываю, что у меня есть чипсы Принглс. А ты любишь Принглс? Принглс обожаю, зеленую особенно. Слушай, я зашел в магазин, и там знаешь, какие были экстра, короче, они зеленые плюс острые. Вообще. О, вообще бомба, да, обожаю их. Это самые мои любимые. Да, есть такое. Друзья, это не реклама Принглс. Сегодня у нас будет крутейший батл, но внимание, очень внимание, у нас будет батл сейчас не между мной и ГХГ, а совместный с ГХГ против еще одних ютуберов. Я сейчас все вам объясню. Смотрите, мы сейчас будем открывать на аккаунтах у подписчиков, покажи 49 мегаящиков. Они уже тут, вот они тут. Мы сейчас будем открывать 49 мегаящиков, выбивать новых бойцов, и по той же системе, что и раньше батлили, за редкого бойца мы накапливаем 1 балл, за сверхредкого 2, за эпического 3, за мифического 4 и за легу 10 баллов мы получаем. Но мы будем не между собой, мы будем в общую копилку. У нас команда называется Холодный... Хог! Холодный Хог! Мы команда Холодный Хог, короче, идете к нашим противникам и пишите хэштег «Холодный Хог круче». Да, 100%. Короче, слушайте внимательно. Мы сейчас будем открывать сундуки, и в нашу общую копилку будут начисляться баллы. Что выбьет ГХГ, что выбью я, нам в общую копилку, в общую команду. Также на канале ГХГ будет продолжение, где мы будем в нашу копилку накапливать баллы. Против кого мы сражаемся? А наши соперники — это Зебраил и Базя Гейм. У них тоже выйдут на каналах открытие сундуков, но они будут копить баллы в свою команду. В описании вы найдете ссылочку на ролик ГХГ, на ролик Бази и на ролик Зебраила. Возможно, там будет много ссылок, но это из-за того, что у нас будет несколько роликов на разных каналах. Ребята, очень сложно будет для вас подсчитать все. Такого еще не было. Не было. Я быстренько покажу, да, против кого давайте. Мы играем. Против Зебраила и против Бази. Все, да. Я показал, потом увидишь. Мне уже не терпится посмотреть. Короче, друзья, вам придется посмотреть очень много роликов, если вам, конечно, это интересно. Подсчитать баллы, чья команда выиграла, и придумать наказание для проигравшей команды. И вот пусть проигравшая команда выполняет наказание. Согласны? Я думаю, удалить, да. Нахрен канал. Вообще, не хайпить, удалить, пойти на завод, не рекламировать XBET. Это все не предлагать. Ребят, да, кстати, по поводу XBET. Давайте, рекламная пауза тут. Оп. Так, все, тут рекламная пауза была. Итак, ребятки, обязательно, перед тем, как мы начнем открывать, давай, нажимай открывать, поехали, готов? Ребят, считайте вы наши судьи, не забывайте. Пожалуйста, почитайте наши баллы на этом ролике и на канале ГХГ. Ну и Зебраила подписчики тоже там почитают. Готов? И, ребят, главное, поддержите нас. Да, очень важно, поставьте лайки, подпишитесь. Очень важно, вы же знаете, что это работает. Как только вы подписываетесь, сразу нам падают леги. Все, я открываю первый сундук, 6 предметов. Я тоже пошел. Вау, 6 предметов. У меня тоже 6 предметов. Зашибись, давай, мы их порвем однозначно. Рикошет. Ну это да, сейчас будет... Да, примат! Ну да, легендарка нужна. Это у нас 3 балла уже, да? Пусть они считают, я не считаю. Да, считайте, я тоже не хочу считать. Вот, ребятки, очень важно, сейчас еще такая игра, я люблю в нее играть, сейчас у нас новая игра. Смотрите, мы сейчас будем называть месяц... Не, мы давайте не так. Мы сейчас будем называть время года. Если ты в это время года родился, то тебе обязательно повезет. Я открываю сундук и называю время года. Вот. И вот что тебе выпадет, то тебе тоже выпадет. Ну, то есть ты понял, да? Итак, сейчас будет зима. Открываю. Кто родился зимой, быстренько подписываемся на канал. Подожди, у меня 6, и мне выпадает Мортис! Есть! Мортис? Мифик. А мне что? Блин, зимой ничего не выпало. Я тоже зимой родился, кстати. Ты когда родился? Я родился осенью, 6 предметов. Итак, кто родился? И что там дальше? Это да... Что? Это весна была только что, мне ничего не выпало, весна. Дальше лето идет. Примат. Лето открываю. Кто родился летом, подписывайтесь, сейчас посмотрим, что выпадет летом. Это, кстати, сейчас лето. Ничего, пустяк. А ну осень. ГХГ родился осенью, а ну посмотрим. 6 бойцов! Ребят, ссылочка на ГХГ в описании. Осенью вам будут падать бравлеры, смотрите. А ну. Розочка, да, редкий боец, конечно, не лего, но... Главное, что выпал новый боец. Продолжаем. Слушай, у меня пока по 5. Кто-то лайки не ставит. Кто-то лайки не ставит, 100%. Сейчас посмотрим, кто тут. Женя, попроси подписаться Женю. Женя,
А то не подпишусь, говорит. Ух ты, блин, угрожает еще. Женя, подписывайся давай. Я с Молдовы. Кто с Молдовы, подписывайтесь. Давайте те, кто с России, сейчас просто подпишутся на канал. Вот кто с России... Нихера себя захватил, да, сейчас? Аудиторию, да. 83% зрителей. Кстати, напишите, кто откуда. Мне просто интересно, кто с какой страны меня смотрит. Можете даже город написать. Страну и город. Будете я смотрю Холдика из Москвы. А я смотрю... Слушай, у меня все 5 предметов. Да, блин, кстати, мы, блин, они по-любому там сейчас, вот Зебраил, он же, блин, ес, красава, кто подписался только что, Биби и выпало. У меня тоже 6, и мне выпадает Биби, чё за прикол, да, ну, ты чё, меня копируешь? Не плагиат за мной, это я придумал выбить Биби с этого сундука. У меня опять 6, и у нас настоящая командная игра, потому что мы выбиваем практически одно и то же, Пенни выпало. Красава, да-да-да, давай побольше Бравлера нам в копилку. Так. Надо побеждать, надо побеждать. Надо, надо, надо. 6 предметов, 6 предметов. Кто ставил, Пайпер. Пайпер, вообще круто, Пайпер. это эпик, это хорошо. Ну, нужна лего, нужно уйти в отрыв, Вань. Да надо, блин, хочу пипец лего выбить. Но я, скорее всего, выбью лего на твоем канале. Ребят, в описании будет продолжение, потому что так всегда у меня. На своем канале я не выбиваю, а на... В прошлый раз я, кстати, на твоем канале выбивал. А, да, кстати. Вообще не... Так, 5, блин, предметов. 4 предмета вообще. Блин, кто не подписан? Давайте все, кто родился в декабре, подпишутся. А ну? Ага. Так, 5 предметов! Не угадал, блин. Надо угадать волшебный месяц. А ну февраль, я в феврале родился. Кто с февраля? Подпишитесь. 6 предметов, я угадал! Волшебный месяц. Давай легендарку. Давай, если сейчас лего просто, пацаны, кто с февраля просто... А ну? Пайпер, блин, фух, и мне так сердце сразу, когда я вижу... Подожди, у меня тоже была Пайпер только до этого же. У меня 6 предметов, и мне выпадает Пэм. Это эпик. Эпик, ну да. Может, мне тоже ПМ следующее выпадет? Мне что-то такое подсказывает, что да, какой-то определенный цикл у нас. А ну. Так, кто еще? Так, какой месяц? Давай женский, март. Ну как там? Март, да, давайте. Кто родился в марте месяце? Ну-ка, подпишитесь. Сейчас для вас открываю сундук. Готовы? Мартовские коты, подписывайтесь. Поехали. Оп. Блин, 5 предметов. Не повезло. Ну ладно, ладно. Ладно, давай я. Май. Май все любят. Май. Давай. Куча праздников, да, все. Да, май. Да, майские праздники и... Блин, да что ж такое. Давайте на май еще один сундук откроем. Для мая еще один сундук. 6 предметов, май. Красава, давай. И Дэрил. Дэрил, ах, ладно. Так, что у нас еще? Какие еще у нас такие классные есть месяца? Ну, декабрь я говорил, да? А, ну, в принципе, неплохой месяц июль, который, собственно, сейчас... Давайте, июль, повезет в июле, если подпишетесь. Оп, да, 6 предметов, кто родился в июле, я уже поздравлял в прошлом ролике. Давай. Июльские везучие парни, блин. А, блин, это Карл, черт возьми. Карл. Сверхредкий. Ребята, подсчитывайте баллы. И у ГХГ, и у меня это все суммируйте, это наши общие баллы. Мы не против друг друга батлим, мы против Зебраила и Бази. Мы должны их затащить, друзья. Так, а ну, я 5, календарь 5. Переверну. Кто с сентября? Сентябрьский, подписывайтесь. Я сентябрьский. Блин, 5, а ну еще 6, давай, 6, давай. Джин, неплохо. О, это хорошо, это мифик, это 4 балла. Это 4 очка, я 2 мифика выбил. Фу. Ну короче, ребят, сами посчитайте. Блин, да круто, все равно, еще на твоем канале сколько сундуков, блин, по-любому лего надо вытащить. Ребята, поддержите. У меня закончилось, Вань. Закончилось? Окей, тогда сейчас ускорюсь. 11 тысяч голды на Аки. Офигеть. 237 гемов. Это такая бомба. Чувак, за 300 рублей, прикинь, ты ему сколько всего выбил. А если б еще лего, да это вообще читерство. 6 предметов. Давайте так. Давай лего. Нужно. Давайте, давайте. Я попробую сейчас угадать поименно, вот, потому что называю какие-то имена, вот они волшебные, не знаю, там по гороскопу, может. Давайте попробуем наугад. Сергей, Павел, Юрий и Алексей. А ну? Давай, может, подписывайтесь сейчас, потому что если выпадет лего, везение последует сразу за вами. О, господи. Ну? Дэрил. Ну ладно, ладно, нормально. Ох, 6 предметов снова. Ура. Так. Нужна лего, надо вырваться. Блин, очень нужна лего. Очень нужна лего. Ваня, давай. Ваня, давай. Давай, Ваня. Ваня, все Вани подписывайтесь. Ваня, давайте. Пуф.
Да что? И это? Да блин, рикошет, всех редких выбил ему. Что, все? Нет, еще. Пожалуйста, 6 предметов! Как же это жарко, это все в нашу копилку идет, ребят. Вы подсчитывайте, дорогие друзья. Так, о, сейчас еще один батлер пришел. Ну? Так. Фрэнк, ну? эпик. Ну, эпик, ну тоже дело. Да ну, еще один. Опять 6? Ты прикинь, нет, с одного сундука 2 этих выпало, новых этих. Пэм и Фрэнк. А кто там? Нифига себе. Прикинь, 2 бойца. Круто, я вообще первый раз такое вижу. Ребята, срочно ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы вам тоже с одного сундука 2 новых бравлера. Впервые такое у меня происходит. А все началось с чего? С Вани. Кто Ваня? Да. Ваня подписался, и сразу ты видел 2 предмета сходу. Блин, ну это жирно. 2 эпика, это плюс 6 баллов. Ребятки, быстрее, чтобы нам Лего выпало, подпишитесь, кто... Я не знаю, кто не подписался, я уже не знаю, кого попросить, честное слово. Арама не подписался. Арам, срочно, опять бойцов. Давай. Мортис! Есть! Работает. И еще, блин, а ты же быстро, наверное, открывал? Как у меня так много сундуков, блин? Я меньше говорил. Охренеть, блин. Ваня, я в тебя верю, давай. Давай, блин, капец насыпает в конце. Я пока вам подскажу, ребят. В общем, я выбил 9 бравлеров. В общем, чтобы вы когда считали, было вам понятно. Да. Так. Давай. Блин. Давай, Лего, пожалуйста. Давай. Артур, Серега. Кто же, блин, Артем, всегда на тебе все заканчивается. Артем, может, ты не подписался? Не ты. Что ж так? Блин, сколько мне сундуков, охренеть, я их открываю. Я уже, кстати, ускоренно открываю, блин. Я, видимо, реально долго болтал, ну и растягивал удовольствие. Все, закончилось. Итого, я сейчас посчитаю, сколько бойцов я выбил. К сожалению, без легендарки, но продолжение еще в описании. Эль Прима, раз, так, 2, 3. Не, зачем, пусть они сами считают. Тихо, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 бравлеров. 11. Подсчитывайте баллы, я пошел открывать теперь на ГХГ канале. Вы обязательно туда переходите, считайте наши общие, а потом идите считайте Зебраила и Бази. Ну или пусть они сами там считают их подписчики, а мы потом посмотрим. Обязательно подписывайтесь. Холодный Хок! Холодный Хок! Вперед! Давайте, болейте за нас, поддержите нас еще в следующем ролике. Все, всем спасибо за просмотр, я надеюсь мы затащим этот батл. Да, поехали дальше. До новых встреч. Пока, ребят. Пока.